Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Елена. 12 ноября. Время больших перемен. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 12 ноября – это 8-е лунные сутки и считаются временем внутренних изменений и трансформаций. Каждый из нас, поработав над собой, обретет нового себя. И лунные сутки являются не. Надо отметить, что любое ментальное очищение сегодня просто необходимо. У каждого человека есть что-то, от чего он хотел бы освободиться, и что-то, что мешает ему жить полной жизнью. Не проведя очистительной практики, многие ощутят эмоциональную передозировку, когда негативные эмоции уже не смогут умещаться внутри и потребуют незамедлительного выхода в виде конфликтов с окружающими, срывов и истерик. Лунный день благоприятен для начала новых проектов и дел. Можно без сомнений браться за что-то, к чему давно тянулась душа. Также это удачное время для переездов и перехода на новое место работы. Все начатое в этот период принесет вам много хорошего, особенно это касается работы в команде. Все начатое однажды, но не завершенное, нужно обязательно доделать, потому что незаконченные дела и нерешенные проблемы сейчас напомнят о себе и будут преследовать вас до тех пор, пока вы с ними не рассчитаетесь. Старайтесь избегать психологически неустойчивых личностей. Сейчас они особенно эмоциональны, а потому будут всеми силами провоцировать конфликты и ссоры на пустом месте. Сновидения этого дня показывают вам то, что вы хотели, так и не реализовали в своей жизни. Это могут быть ваши планы, идеи, мысли. И если вы думаете, что их время уже прошло, то нет. Все увиденное во сне сегодня вам нужно, а значит, все-таки стоит воплотить в жизнь. Ну а по народным приметам в этот день отмечают Синичкин день. В этот праздник вспоминают мученика Зиновия и его сестру святую Зиновию. Те, чей день рождения приходится на этот день, отличаются хорошо развитой интуицией и обаянием. Про этих людей можно сказать, что с ранних лет они твердо знают, чего хотят, и при желании всегда добиваются своего, стремясь к независимости, что нередко становится причиной непонимания со стороны родителей или друзей. Талисманом для них является бирюза. В народе день получил название Синичкин из-за возвращения в свои края зимующих птиц, в числе которых есть и синицы. Поэтому наши предки посвящали время этого дня изготовлению кормушек для птиц. Обязательно привлекали к этому делу и детей, считая, что подкармливая птиц в холодное время, они послужат человеку добром. Смастерив кормушки, дети под присмотром взрослых развешивали их на ветках деревьев и наполняли тыквенными семечками, а также подвешивали кусочек сала, любимую еду синичек. Одну кормушку обязательно вешали рядом со своим домом, а также раскидывали зерна, веря, что если хозяева увидят в своем дворе синицу, то в течение следующего года дом будет полный чашей. В этот день была особенная примета. Молодые люди, мечтавшие путешествовать, либо просто хотели переехать на другое место жительства, проводили такую практику. Обязательно в этот день нужно было покормить синичку. Сейчас можно покормить любую птицу абсолютно. И вот когда вы будете кормить птицу, скажите такие слова. «Птица перелетная, ты мир повидала, помоги и мне посмотреть. На дальний путь благослови, с собой в дорогу позови, да будет так». Говорим один раз, этого будет достаточно. И просто кормим, можно семечками, можно хлебом, неважно. Все, дальше уходим по своим делам. Посмотрите, что если вы задумали переехать, то обязательно это у вас получится. Согласно древним традициям, 12 ноября категорически неблагоприятное время для выяснения отношений. Те, кто решается пойти против приметы и начнут выяснять отношения в этот день, то могут навлечь на себя большие проблемы, которые могут продлиться даже не один год, поэтому будьте внимательны. Но в этот день очень хорошо проводить различные практики на изменение и достижение своих целей. Растущая луна, которая позволяет привлечь очень многое в своей жизни. И первую практику, которую вы можете сделать, это сделать так, чтобы в вашей жизни всегда было финансовое благополучие. В течение всего дня вам нужно просто взять любую свечку. Так как этот день идет сила огня, то свечка будет самый подходящий атрибут.
Вам нужно просто зажечь свечку. Сядьте рядом, расслабьтесь. Представьте себе, что круглый ореол от свечи начинает медленно увеличиваться в размерах и образует полный шар, постепенно вас поглощая. Представьте, как налаживается ваша жизнь, как вы притягиваете финансовое изобилие в свою жизнь. А после, смотря на огонь, говорите такие слова. «Я притягиваю деньги, словно магнит. Деньги стремятся ко мне со всех сторон. Все свои беды и несчастья в этом огне сжигаю, и все, что задумаю, я получаю». Вот говорим один раз, этого будет достаточно. Все, можете немножко еще посидеть, посмотреть на огонь, а потом его можно потушить, оставить до следующей практики. И вот посмотрите, что обязательно у вас наладится финансовая ситуация. Также в этот день очень хорошо просить своего домового, чтобы избавиться от тяжелых времен своей жизни. Ведь бывают такие ситуации, когда каждый человек испытывает тяжелые времена своей жизни. Это могут быть разные причины. Потеряли работу, нехватка денег, сложности в отношениях. И порой кажется, что нету возможности что-то исправить, что-то изменить. Нету энергии, нету сил на то, чтобы разрешить эти проблемы. Но есть возможность это все исправить. Именно в этот день, в ночь с 12 на 13. Когда вы уже пойдете спать, на кухне, в укромном уголочке, оставьте лакомство для домового. Это может быть молоко, сладость, печенье, хлеб, все что угодно. Когда вы будете оставлять, скажите такие слова. «Батюшка домовой, загляни в мой дом, прими угощение мое. Помоги ты нашему дому преодолеть все трудности, убери все невезения, дай нам терпение и покажи нам решение. Наш дом ты оберегай и счастье в нем сохраняй». Вот эти слова говорите один раз, этого достаточно, все. Утром, когда проснетесь, вы убираете это лакомство и просто выбрасываете, и на этом практика закончена. И вот посмотрите, что постепенно в вашем доме, в вашей жизни будет все налаживаться, и тяжелые времена наконец будут отступать. И как обычно, по традиции, перед сном, перед тем, как ложиться спать, повторяем такие слова. Прямо здесь и сейчас я меняю свою жизнь к лучшему. Повторяем один раз, и этого будет достаточно. И в вашей жизни обязательно будет благополучие.